И последние новости из Киева. Бойцы спецподразделения «Беркут», не причастны к убийствам на улицах украинской столицы в феврале этого года, стреляли не они. К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной Рады после исследования боеприпасов, которые использовали снайперы. К штатному оружию «Беркута» пули, извлеченные из тел, просто не подходят. Кто именно открыл огонь, пока неизвестно, но руководитель комиссии Геннадий Москаль считает, что это, цитата, «представители вышедших из-под контроля общественных организаций». За время протестов в Киеве убиты более 100 человек. Большая часть погибла 20 февраля на площади Независимости и улице Институтской. Напомню, официальный Киев настаивает, что в гибели людей виновны бойцы «Беркута», а бывший руководитель СБУ Александр Якименко вскоре после переворота в Киеве заявил, что к убийствам может быть причастен так называемый «комендант Майдана», а ныне глава Совбеза Андрей Порубий. В частности, Якименко утверждает, что стрельба велась из здания консерватории, которая находилась под контролем Майдана, а отвечал за него именно Порубий.